находится в казарме вокруг. Не смеются уже, блядь. Не пишите буквы эти смешные. Арина смотрит... они находятся в казарме, Арина смотрит на других солдат. И говорит... Народ! Да, в голове было это смешнее, блядь. Ну я понял, я уловил шутку, я уловил. Она не поняла? Арина, можно твою пищу вырезать? Давай не твой друг. Друг. Блять, все с этого начинается. Сначала, блять, надеваешь чокеры, потом красивые, блять, кофточки. Гвин заебал на печатной машинке ебашить. Я на тебя донос пишу, блять. Извинись. Извини. Все. Удаляй. Все, сейчас. Удалил, братан. Все. Так вот, потом, значит, красишься, а потом ЛГБТ плюс под стримом. Вот так. Но я ничего против не имею. Ай. Ай. Блять, да это вообще как-то кринжово нахуй смотрится, блять. Чё за, блять, да, пиздец происходит? Что-то... Ай. Серый, ты скажи, там есть кто-то за задним планом? Есть там кто-то или нет? Или ты один мужчина в этой квартире? Всем интересно. Или там злой, блять, сидит такой. Ребят, может я уже пойду вместе с теплом, блять. Блять, я не знаю, ребята, я вам заявляю, Аринян переоценили, блять. Она как... Вокруг нее стримеры вот эти все. Она как... Королева, блять, да Queen, понимаете, блять? В Угандом мире, блять. Понимаете? Надо найти, угандовцы, нужно найти новую королеву. Очень много девочек на Твиче. Почему именно она? Вован, она на тебя рейд кидала. С иглы, откат, ребят, это моя королева, блядь. Я бы ей нахуй туфли целовал, отвечал. Блядь. Вон в очередь нахуй, слышишь, друг, блядь. Там по записи, блядь. Ребят, ну мне к 16:30, блядь. А чё там, очередь большая? Блядь, ну там по записи надо, блядь, месяца за два, думаю, там, блядь. Хуя ну, себе. Я, да, я следующий вроде. Не, не, сам. Оно типа, ну, ты понимаете, я в линзах сейчас, вот. Он на мопса пиздец похож. Да! Чел, я вот думал, кого, блядь? Не надо, дурак, блядь. Ну, сука, бери, убирай, блядь, только он пластик обрывал, уёбище, блядь. На стриме, на стриме, мы на стриме, уёбище. Прикрывается, прикрывается, слышишь? Или про что? Имба, кстати, да-да-да-да, какая имба. Он даже из кадра сейчас специально не будет ходить. Да ладно. Блять, пиздец, ребят, что-то не то нахуй. Какие-то разные подкидыши. У нас какой-то обмен равноценный произошел. Че? Давайте ебать Крис Вейв, алло, я считаю так. Кого? Крис Вейв. Ты ебать. Куда ты до нее не дорос? Это Лана Дел Рей, блядь. Да? Охуенная. Ванна без дверей, заебись. С иглы, а с иглы. Мне вот то, что справа нравится. Это лево, это гайка. Да. Нет, то, что так. Справа. И у нее щеки здесь видны, пиздец. Нет, то, что справа, ребят. Давайте шиперить кого-нибудь, алло. Официально. Просто Жожа и Аринян, типа, но это скучно. Ну, Хесус Гайка у нас есть. Хесус Гайка это нет. Надо придумать сейчас одно что-то. Вася Крис Вейв. Давайте по приколу вкинем про то, что Гайка и, получается, молодой кореш. И Гвин. Нет, Даша и кореш. Даша и кореш. Только никому не сообщайте. Даша и кореш. Даша и кореш, согласен. Посмотрим, что Хесус будет делать. Не сдавайте меня, блядь. Чисто ради интереса вкинем. Согласен. Шиперим их двоих. Все. Фанфики хуярить, типа, Дашу Кореша. Знаю. А помнится, он говорил про Дашу что-то. Ну, ой, бля. Так уже, он не говорит, он уже делает, а ладно.
Посмотрите, она смотрит на него так же, как на Хесуса, если что, и улыбается. Хомяк ебать наш. Ой, бля. Хесуса? Хомяк наш. Она тебе не говорила? Да, ребят, 20 тысяч онлайна, никому не сообщайте, пожалуйста, никому. Окей. Ок, ок, ок. Все, типа, да. Не сдавайте, блядь. Если видите, надо кто сдал, Вася. Сука, запомните его, блядь. Надо Васю с кем-то пошиперить, блядь. Да не надо, да, блядь, Саш, давай надо, тебя надо. Нахуй. Давай тебя. Нет, а я первый предложил. Давай фотку часов сейчас пошиперить. А у меня все есть. У меня все есть. Сегодня серьезно? Сегодня у вас сплетник, конечно. На беременную... Ну, Крис Вейв, рот такой большой, ебать. Охуеть! Я помечтал чуть-чуть. Сейчас пока, наверное, посидим еще чуть-чуть. Вот, а потом уже, наверное, минут через 15 уже пойдем. Ей всегда 13 что-то, вообще. Что ты понимал? Она у Васи по пояс. Да. Ну так она маленькая очень. Смотреть. Она вообще пиздец. А что здесь? Это вторая Batman Go, что? А, так спецэффекты, блядь. Прикольно, слышь. Слушай, девушка, они настоящие? Блять. Джоэн, я думал, это ты. Блять. Да я тоже сначала подумал. Я почему-то тоже подумал, девушка, что девушка, это я. Девушка, блядь, девушка, алло. А они настоящие? Нет, блять, силиконовые. Смотри, какой маленький. Я вспоминаю, делал. Где это было нахуй. Плечи настоящие. Очень красивые. Знаешь, вот так вот. Слушай, вот так вот оголяешь плечика, и его брат хочет поцеловать. Серьезно. А можно? Блять. Ой, блять. А можно? Почему? Парень есть, все, отмена, бля. Блять, ну это же вообще странно, когда твои тёлки такое говорят. Блять, ты дальше посмотри, там охуеешь. Ну это очень сексуально, правда. Это очень сексуально. От 18 даже нет. От 18, да вроде. Блять, ёбаный рот. Что она там делает с сигаретой, блять, если ей нет 18, типа, блять, лол. Чё, блять, поверил в эту хуйню, что ли? Чарник, блять, помогите нахуй. Помогите, 18 нету, а я не мерила. Чисти прикар. Вот, смотри, я сейчас не шучу, блядь. Блядь, спал, я думал, ты упал в этот, куда у тебя камера. Лёха, лицо покажи, Лёха. Ебать, ребята, а чё он там, блядь, работает нахуй? Да дальнобойщиком. Да, на бой? Ну, да. Охуенно. Блядь, он охуенный мужик. Сейчас. Игорь, да, прикольный. Спасибо большое. О, ну такого ещё Ксюша не пробовала. Это попой надо, Ксюх. Блядь, она чё, депос? Или строитель? Кого на косплей? Дорожный работник. Дорожный работник? Косплей навязчика, блядь. Конусы надо ронять специально, чтобы машины въёбывались, блядь. Полиция Марселя на стриме не смотри, там бан. Да я и не собирался. Попробуй уродов. Так. Что так? Чё? Блядь, алло! Спиздил нахуй! Я это в 2015-м делал. В 16-м, вернее. Циглы? Да, то есть чел посмотрел записи 2016 твоего года, да? Ебать, нет, слышишь? Подожди, не слышишь? Чё? Слышишь? Там Хесус клип, типа, блядь, где он сидит, ему весь час засмотрели, дашь прискоришь, и видно, как он такой занервничал, и там челик подписался с ником абсолютно похуй. Он такой, ой, ты так вовремя подписался? Ну да, типа, ебать он там занервничал. А ну-ка, слышь, дай клип. Чекай, ебать он занервничал, Лёшка-то, блядь, наш. Чекни, блядь, смотри, ебать. Чуваки, надо давить до конца, нахуй. Ну-ка, смотри. А, Даша плюс кореш. Ура! Да, обратная психология, блядь. Смотри, ну... Дальше, смотри. А кто меня рейдит? Кто меня рейдит, сука? Никто. Абсолютно похуй. О, ебать, вот ты очень вовремя переподписался с таким никнеймом. Даша плюс кореш. А Хесус плюс Надежда, все с иглы? С иглы. Циглы. Все. А плюс 100-500. Абсолютно похуй. Спасибо за 2 месяца переподписки. Сань, ты что с оглы? Ты надежда. Я, короче, пока народа не было, они на видосы все слетают. Я не хочу, Вася. Я не про тебя. Ребята, нам удалось списаться. Да, он не про тебя, Сань. Нам удалось. О, ответил, слышите? Кто? Короче. Да, время розыгрыш, я знаю. О, тот самый? Сквозь баба, блядь, на стрим зову скоро.
О. Он, правда, пишет: здоровенький булы, как сам. Чё придумал? А я такой: да нихуя не придумал, братан. Просто, блядь, будем пиздеть. Сквозь баб, детка. Кто, сука? Кто, кто, кто? Блядь, вот Надежда, сука. Да я этого кореша, блядь, знаете чё? Ничего он с ним не сделает, ребят, блядь. Ясно. Зачем? Сейчас досмотрим и розыгрыш сделаем. Ебать, бля, это хуйня, понял? Я тебе говорю, это тёлки, они, у них типа одна и та же хуйня. Они типа волосы завивают этой хуйтой, и им в пизду её ещё суют. Нет, дядь, это медицинский. Да что это? Не-не-не-не-не, не рассказывай, блядь. Не-не-не. Они типа обматывают вот эту вот вокруг волос, вот так закрывают, оно нагревается, блядь, типа у них спиральки такие, блядь. Оно плойка называется, понял? И вот эта плойка, но без электричества, то же самое. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это что такое, блядь? Это чё вообще? А вообще тут смеётся ли где? Стоп, тут, это да. Реально чё? Пиздил, короче. Если ваш... Всё. Совсем ёбнулись, блядь, что ли? То, инсайды есть. Блядь. Плюс-плюс, кстати. О, как не получить бан? Что нахуй происходит? Блядь. Гвин, а ты чё там сзади лежишь? Ой. Так я пофлексить пришёл к пацанам, ты что понял? Ой, Никита, извини, пожалуйста. Никита, брат. Не сказал ничего, он просто попросил. Просто меня... скажи, блядь, под... скажи. Да. Да говори, чё тебе проблема, что ли, говорить, когда я тебя крашу или что? Я тебе думаю, у меня нет больше мыслей. Спасибо за подписку. Блять. Из 6 символов, но когда ты сидишь, когда ты стримишь, обычно у тебя из-за того, что у тебя длинные волосы, у тебя не видно лица. И это, ну, мне кажется, нужно, чтобы все лицо было видно. Потому что люди приходят за твоей красотой, не за твоими волосами там, блядь. Знаете, почему у баб большие уши? Потому что они свои мегатонные волосы кидают за уши, блядь. Поэтому у них уши вот так проседают со временем. Ну, оттопыриваются. Да. Угайки? Прекрасно. Да. Блять. Так инжово. Светлыми. А они завидуют, потому что гонку они выиграли одними из последних спермы, блять, как оказалось. Блять, это что за хуя вообще? Это, блять, что происходит здесь? Канал вписка или чё, блять? И вот они злые, на весь рот. Злые то, что у них так и вышло всё. Вот и солнце, генная инженерия. Есть? Не знаю, я не смог это смотреть, тогда помню. Спасибо за поддержку. Бля, ебать, ангелочек, ангелочек вылетел. Мы тогда в домину играли, алё. Просто нормально. Sorry, guys. Нормально просто. А ничего такая, я бы и токенов накидал бы. Меня, да мне не... Ариня, да? Да не, я про правую. Я не услышу, я не понял. На лицо. На лицо. Блять, какой пиздец. О, Полина. Блять, прикинь, скулы можно нарисовать, охуеть. Типа страшный, даже писи не встала. Бля, я вас слева поймал. У меня бабочка, мне похуй. Ребят, никто не хочет. Смотрите, какая вкуснота. И брод. Ой, блядь, да нет. Давай быстрей, блядь. А что это? Хуйня какая-то. Он идет. Блять, Камик это тупо взрослый Кринштайн, блять. Блять, вот это мой отец, блять. Кажется, возможно. Чё-то знакомый спот. В Украине, что знакомый, блядь.